Нацелены на эффективное развитие вашего бизнеса? Решение есть. Расчетно-кассовое обслуживание в МОЗ-Уралбанке. Проспект Строителей, 27. Телефон 230-243. Накануне в Нижнем Тагиле скончалась полуторамесячная девочка. Мать случайно задушила ребенка во сне. Причины трагедии выясняла наша съемочная группа. Вместе с водой из крана бегут шарики ртути. С этой проблемой в единую диспетчерскую службу города обратилась жительница улицы Черноморская, что показали пробы воды. Новая система очистки воздуха установлена в крупносортном цехе НТМК. Поможет ли она снизить выбросы комбината? Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ, итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Дарья Лапина, готовы рассказать о событиях уходящего дня. Начну выпуск с информации о перестановках в судебной системе. Президент России Владимир Путин назначил на 6-летний срок председателей 6 судов и 11 судей в Свердловской области. В том числе в Нижнем Тагиле председателем Дзержинского районного суда назначена Юлия Завьялова, Ленинского Ирина Пикина. К своим обязанностям новой должности они приступят 19 ноября. К другим темам. Накануне в Нижнем Тагиле скончалась полуторамесячная девочка. Мать случайно задушила ребенка во сне. Причины трагедии выясняла Наталья Филимонова. Пинетки, ползунки, все в долгий ящик. В этой комнате на этом диване в ночь на 23 октября погибла новорожденная девочка. В гости пришел отец ребенка. Родители после распития спиртного легли спать и детей прихватили с собой, рассказывает брат Ирины. Спал уже, то есть ребенок их. Потом муж, ребенок маленький грудной и она сама. То есть она говорит, ему холодно было. Ну, как бы она сказала, что холодно. Утром гостевой отец ушел домой, а пару часами позже женщина обнаружила, что ребенок не дышит. На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и следственного отдела. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Смерть ребенка наступила от механической асфиксии, то есть ребенок задохнулся. Мама во сне, будучи пьяной, не контролировала положение своего тела, состояние ребенка. И наиболее вероятно, что придавило ребенка рукой. То, что нельзя укладывать ребенка с собой, женщинам рассказывают еще во время беременности. В женских консультациях для будущих мам организована школа матери. Ни в коем случае с мамочкой вместе не спать в течение, там, допустим, ночи или дня. Другое дело, там полежать, допустим, да, можно, когда ребеночек близко к мамочке находится для контакта, да, для близкого контакта. Но чтобы спал ребенок, конечно, в отдельной постели. Исключаются даже малые дозы как никотина, так и алкоголя, так и курения. Допустим, это оказывает огромный вред как для плода, когда он находится в утробе мамы, так и после рождения ребеночка. Девочка прожила полтора месяца. Накануне ее похоронили. Специалисты говорят, это не единственный случай, когда по вине родителей погибают дети. Проблемы на работе, финансовые трудности, неустроенная личная жизнь. Во всей этой бытовухе мы забываем о самом главном, о своей семье. И, как правило, в этих ситуациях страдают наши дети. Кто-то терпит насилие, кто-то, как в этой ситуации, уходит навсегда. Остается лишь один вопрос, куда смотрят службы по защите прав детства. Наталья Филимонова, Александр Штраух, Егор Игошин, новости Тагил ТВ. Вместе с водой из крана бегут шарики ртути. С этой проблемой в единую диспетчерскую службу города на днях обратилась жительница дома по улице Черноморская. Управляющая компания предоставила пробы горячей и холодной воды из квартиры и подвала в Роспотребнадзор. В первых анализах следы ртути были обнаружены. Тогда пробы взяли повторно. Были проведены повторные исследования воды в широком объеме, то есть по всей водопроводной сети, начиная от дома, кончая водоколонки по улице Черноморская и заканчивая верхним высшим гидроузлом. То есть вот было 8 проб, превышение ртути нигде не обнаружено, все было в пределах нормы. Управление Роспотребнадзора призывает тагильчан обращать внимание на качество воды. Идею включения Нижнего Тагила в партийный проект «Единая Россия. Чистая вода», который реализуется сейчас в Свердловской области, накануне на заседании городского политсовета местного отделения партии озвучил глава города Сергей Носов. В его рамках планируется модернизировать систему гидротехнических сооружений в регионе. Наш город пока не числится в списке объектов, но политсовет поддержал стремление города присоединиться к масштабному проекту.
На повестке дня заседания Политсовета также исполнение указов президента и построение партийной работы на местах. Глава города подчеркнул, случайных людей не должно быть в политике и акцентировал внимание на ответственности депутатов перед избирателями. Когда мы выбираемся, мы обещаем избирателям граждан России, жителям Политсовета и так далее. Прежде всего, мы перед ними несем ответственность. Под контролем главы города и качество продуктов питания. Городской комитет общественного контроля подвел сегодня итоги своей работы. Обсудили, как заставить владельцев торговых сетей следить за качеством предлагаемой продукции. Какие варианты предложили, знает Анна Хабарова. Отсутствие книги жалоб, узкие проходы, недостаток корзин. Нареканий у горожан хоть отбавляй. Комитет общественного контроля появился в нашем городе в 2012 году. Одна из самых сложных и волнующих тем – некачественные продукты. Регулярно волонтеры проводят пикеты у торговых точек, раздают листовки и бланки заявлений с жалобами в Роспотребнадзор. Было проинформировано более 20 тысяч человек по защите прав потребителей и проверено более 36 сетевых магазинов, достаточно крупных. Мы проверяли неоднократно данные магазины. После выявленных нарушений мы проводили повторную проверку. Ну, все нарекания были устранены. Однако нареканий мало никогда не бывает. Так, например, несколько недель назад шоколад с сюрпризом в свой профессиональный праздник получили воспитатели одного из детских садов города. В плитках оказались черви. Заведующая приобрела сладости в магазине «Райт» на Вые. Уже после праздника, когда воспитатели открыли шоколадки, оказалось, что внутри есть черви. Но это обнаружилось в течение недели. То есть один открыл дома, другой открыл дома. Вот, когда сообщили заведующая, она, конечно, очень расстроилась. Срок годности у 5 плиток шоколада во время покупки еще не истек. После увиденного сотрудники садика написали заявление в Роспотребнадзор. Отстаивать свои права и наказывать виновников в подобных случаях готовы многие тагильчане. Ежедневно в ведомство поступает от 3 до 5 заявлений с жалобами на магазины. В половине случаев, говорит главный санитарный врач города, вина лежит на предпринимателях, в половине – на поставщиках. Завод-изготовитель, который выпустил, и в зависимости от того, соблюдался там технологические режимы или не соблюдались, да, потом идет поставщик. Хорошо, если это один поставщик, да, а если это через какая-то цепочка, через какие-то базы, где еще дополнительно хранится, размораживается, замораживается и так далее, да, вот, то есть и здесь период транспортировки, он тоже имеет значение. Закон о защите прав потребителей действует с 92 года. Жители, говорят специалисты, пользоваться своими правами не спешат, потому глава города поделился идеей ввести несколько часов продовольственной безопасности в школьную программу, а предприниматели, которые реализуют некачественную продукцию, наказывать публично. Ревизор Апатагильский Сергей Носов предлагает устроить прямо на светодиодном экране. Вот тут идет реклама, значит, будет антиреклама. Рассказывать, значит, о том, что я купил в этом магазине испорченный продукт, некачественный, не запрещено? Рассказывать, говорить об адресе и названии магазина не запрещено? Не запрещено. Любой гражданин имеет право высказать свое мнение. В течение месяца Комитет общественного контроля планирует создать свой сайт. Там будут размещать информацию о своей деятельности и принимать жалобы тагильчан. Анна Хабарова, Игорь Хальков, Игорь Егошин. Новости Тагил ТВ. Родительская плата в детских садах Екатеринбурга с 1 января повысится почти на 40%. Сейчас за одного ребенка плата в детсаду столицы области составляет 2100 рублей в месяц. С нового года будет 2900. В Нижнем Тагиле также произойдет повышение. С 1 ноября до 1750 рублей, с 1 января до 2000. В нашем городе до последнего времени плата оставалась самой низкой в области. Власти держали планку на прежнем уровне как можно дольше. Основной причиной грядущего увеличения стоимости стало то, что образовательные учреждения теперь платят налог на муниципальное имущество. В начале этого года региональные власти ввели это бремя. Таким образом, область решила увеличить свои доходы. Вступиться за горожан пытался глава города. На его письменное обращение об отсрочке по перечислению данных платежей Минфин ответил отказом. Общественная палата должна появиться в Нижнем Тагиле. К такому решению пришли сегодня представители некоммерческих организаций. На встрече общественников глава города подчеркнул важность работы НКО по реализации социальных проектов на федеральном уровне. Состоялось совещание рабочей группы, членом которой я являюсь. Это рабочая группа по выработке предложений как раз по развитию третьего сектора или некоммерческих организаций. Это группа при президенте Российской Федерации, возглавляет ее товарищ Володин. Сегодня на
уровне администрации по поручению президента уделяется большое внимание проработке или переработке того, что сделано было за эти годы в области НКО. Говорили на встрече и о возможностях получения президентского гранта. Кроме того, председатели НКО предложили упростить систему отчетности. Наше предложение, чтобы мы отчитывались один раз в год, потому что упрощенная система налогообложения, нулевая отчетность идет. На законодательном уровне акт проведенной проверки считать документом, который предоставляется другим органам в случае, если они изъявят желание провести проверку данного НКО. Все озвученные предложения будут сформулированы в ближайшие 2 дня и отправлены в администрацию президента. Чтобы легче дышалось, на Евраз НТМК заботятся о здоровье сотрудников и экологической безопасности города. В крупносортном цехе начала работать современная система вентиляции. Подробности у Алексея Алексеева. Новая система очистки воздуха, установленная на участке подготовки сменного оборудования крупносортного цеха отечественного производства. Возможности соответствуют самым высоким мировым стандартам. Обошлась она Евраз НТМК в 8 миллионов рублей. Ощутить эффект работы в первую очередь должны токари. Обтачиваем волки для прокатки различных профилей, швеллера, вагонной стойки, рельсовой накладки, ну и прочее, круги, уголки. Станки старые, старше меня, хотя мне 53 года уже. Образующаяся в процессе металлообработки пыль, окалину, мелкие частицы плохо улавливала прежняя вытяжная вентиляция. Разумеется, это не могло не отражаться на здоровье рабочих. Кроме того, собранная взвесь раньше попадала непосредственно в атмосферу. Так что решение о замене системы было вызвано не только заботой об улучшении условий труда. В расчет приняли и уменьшение нагрузки на окружающую среду. При обработке прокатных волков очень много графитовой пыли. Вся эта пыль практически от станков удаляется и далее в атмосферу выбрасывается уже просто очищенный воздух. Вся пыль собирается в контейнеры и далее утилизируется уже как производственный отход. Монтаж системы велся 2 месяца. Убедиться в том, что результата удалось достичь, можно наглядно. Количество вредных веществ, которые улавливаются фильтрами, действительно впечатляет. Алексей Алексеев, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. На Вагонке не хватает детских центров. Спортивно-адаптивные школы Ленинского района нуждаются в ремонте. Об этом и не только сегодня говорили на выездном заседании городской думы. Какие пути выхода из проблем видят депутаты, знает Антон Исаев. Впервые за последние 11 лет, говорит Владимир Радаев, депутаты совершили объезд по учреждениям дополнительного образования, проверяя детские центры Дзержинского и Ленинского районов. В первом же учреждении на Вагонке Владимир Радаев акцентирует внимание на нехватке дворовых клубов в районе. Сегодня непорядок, 7 клубов на такой район. Если там полуподвал есть, нет вопросов. На 26 тысяч школьников когда-то было 16 клубов на Вагонке. Сейчас Владимир Радаев, как председатель комиссии по социальной политике, намерен разобраться, почему учреждения дополнительного образования закрылись. Однако, по словам руководителя детского центра, досуг детей организован в полном объеме. Спортивных объединений у нас 7. Занимается рукоделием у нас в 17 объединениях. Танцевальных коллективов у нас 4, театральных 3. Гитары у нас занимаются в одном объединении, экологией в одном и техническим моделированием в одном. В Ленинском районе детских учреждений достаточно, однако в некоторых необходимо провести ремонт. В спортивно-адаптивной школе «Разведчик» пол в актовом зале просел в нескольких местах. В Мечте назрел ремонт канализации, душевые не работают. Кроме того, в досуговом центре возможны организационные изменения. По Мечте мы дали для размышления руководителю, чтобы он подумал, хотят ли они перейти в систему физической культуры и спорта, потому что это им даст ряд, скажем так, благоприятных условий для того, чтобы заниматься более профессионально этим видом спорта. В ходе объезда Владимир Радаев предложил зайти в детский центр «Мир». В нем недавно был сделан ремонт. Теперь свое внимание депутат обратил на прилегающую территорию. Бумагу на главы города, чтобы вот эту площадь никому не отдавал. Посмотрите под будущее развитие спортивной какой-то площадки для детей. Зону отдыха. Здесь раньше хотели коттеджи строить. А вот чтобы не строили, давай посмотрим и забьем землю. На площадке депутат предлагает разместить полноценный спортивный комплекс. Сейчас же надо подготовить документацию проект. Депутат обещает уже в следующем году установить комплекс
комплекс для воркаутов. По словам Владимира Радаева, одна из важнейших задач – создание организованного досуга для детей вне школы и дома. Подобные детские досуговые центры выполняют важнейшую социальную функцию. Именно здесь дети могут получить качественное дополнительное образование. Поэтому особенно важно их сохранить. Антон Исаев, Павел Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Российская валюта продолжает стремительное падение. За сутки доллар подорожал на целый рубль. Подробности в нашей рубрике «Экономика и финансы». Доллар США снова усиливает свои позиции. Сегодня американская валюта стоит 62 рубля 50 копеек. Завтра 63 рубля 50 копеек. Единая европейская валюта подорожала еще больше – на 1 рубль 20 копеек. Сегодня официальный курс евро, установленный Центробанком – 69 рублей 1 копейка. Завтра – 70 рублей 21 копейка. На фоне падающего рубля самый выгодный курс продажи американской валюты в банках Нижнего Тагила – 64 рубля ровно. Максимальная цена при покупке – 63 рубля 60 копеек за 1 доллар. Евро можно купить за 70 рублей 70 копеек, а реализовать европейскую валюту реально за 70 рублей 27 копеек. На этом у меня все. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, если вам есть о чем рассказать, звоните по телефону 41 95 51 или пишите на сайте www.tagil-tv.ru. Всего доброго и спасибо за внимание. Нацелены на эффективное развитие вашего бизнеса? Решение есть. Расчетно-кассовое обслуживание в МОЗ-Уралбанке. Проспект Строителей, 27. Телефон 230-243. Рубрику представляет компания «Синегория». Нижний Тагил вновь примет престижные соревнования. Финалы континентальных кубков по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью пройдут в России. Такое решение принял Конгресс Международной Федерации. В предстоящем сезоне в нашей стране состоятся несколько международных стартов. С 11 по 13 декабря на горе Долгое уже традиционный этап Кубка мира, где будут разыграны по два комплекта медалей у мужчин и женщин. 19 и 20 марта там же прыгуны соберутся на континентальный кубок. А в спортивно-оздоровительном комплексе «Юпитер» уже завершилось первенство Свердловской области среди девушек 2001-2002 годов рождения. 13 команд волейболисток приехали на соревнования со всего региона. Первое место заняли спортсменки из Екатеринбурга, вторыми стали представительницы города Реж. Тройку лидеров замкнули хозяйки турнира – тагильчанки. Тагильчанин стал призером первенства физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Оно прошло накануне в Рязани по греко-римской борьбе среди юниоров 96-98 годов рождения. Азиз Керимов в категории до 50 килограммов стал обладателем бронзовой медали. Спортсмена подготовил тренер-преподаватель 3-й спортшколы Олимпийского резерва Богданов. А в столице тем временем завершился первый этап Кубка мира по самбо. Он проходил на призы заслуженного мастера спорта России Асланбека Аслахапова. Анастасия Трапезникова стала бронзовым призером соревнований. Под руководством тренера Перминова девушка занимается в детско-юношеской спортивной школе номер 2. На этом у меня все. О главных спортивных событиях города расскажем завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Игошин. Новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегория», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.